В Орловской области обнаружено место финального сражения Судбищенской битвы. Случилось оно в 1555 году, урочище Судбище между Крымской Ордой и русским войском. Это место на границе Орловской и Тульской областей. Первые находки, относящиеся к тем временам, здесь обнаружили орловские дайверы из клуба «Дива». Любителями подводного плавания на дне реки Гоголь были найдены многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Изучая торговые водные пути Орловщины на реке Гоголь, обследуя дно, буквально примерно где-то посередине речки, обнаружил на дне какие-то металлические предметы. Ну, при подъеме на поверхность обнаружилось, что это очень напоминает что-то похожее на наконечники стрел или каких-то еще орудий. О находках дайверы рассказали археологам, работавшим на раскопках у Красного моста в Орле. Ученые заинтересовались обнаруженными артефактами и выехали на место. Мы оставляем под вопросом, была это битва при Судбище или это была битва какая-то, которая происходила здесь. Но вероятность того, что это действительно битва при Судбище, очень высока, судя по материалам, судя по вот, как бы датирующим находкам, вот, и по географии местности. Вот. И поэтому, ну, конечно, для нас эта находка очень интересна. Позже, проанализировав найденный материал, археологи пришли к выводу, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы. Соответствующая информация уже появилась на сайте Института археологии РАН. Количество найденных предметов перевалило за 300. По словам ученых, полевые работы здесь продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок.